Вы будете в шоке, когда узнаете о загадочных и шокирующих находках, связанных с Марианской впадиной. Сегодня я расскажу вам о самых удивительных открытиях, которые ученые сделали в самой глубокой точке Мирового океана. Вы узнаете о странных существах, необычных природных явлениях и таинственных объектах, обнаруженных на дне Марианской впадины. А в конце вы узнаете, почему это место принадлежит одной конкретной стране. Приятного просмотра! Марианская впадина – это самая глубокая часть Мирового океана, расположенная в западной части Тихого океана, к востоку от Марианских островов. Она простирается на длину около 2500 километров и имеет V-образный профиль, образованный в результате субдукции Тихоокеанской плиты под Филиппинскую плиту. Максимальная глубина достигает почти 11 километров. Это место более известно как бездна Челленджера. Чтобы представить эту глубину, представьте, что если поместить Эверест, самую высокую гору на Земле, в Марианскую впадину, ее вершина все равно не достигнет поверхности океана, оставив около 2 километров воды над собой. В этой точке планеты настолько глубоко, что там полностью отсутствует какой-либо свет. Но самое шокирующее для меня — это следующее. Условия в Марианской впадине экстремальны. Давление достигает 1000 бар. Чтобы вы поняли, это в 1000 раз больше, чем атмосферное давление. Температура воды колеблется около градуса Цельсия. Несмотря на это, жизнь там все же существует, и она поистине уникальна. Хотя, как мне кажется, выжить там почти что нереально. Как мне кажется, самым интересным было то, как люди впервые узнали об этом месте. Вернее, как его изучали. Несмотря на то, что Марианская впадина была известна с начала 20 века, ее изучение долгое время оставалось труднодостижимым из-за технических ограничений. Как вообще можно попасть в то место, где на вас со всех сторон давит сила, весом сопоставимой с полноценным локомотивом? Это, пожалуй, очень интересный вопрос. Первый батискаф был отправлен туда в 1960 году. А назывался он Трест. На борту в тот день находился Жак Пикар и Дон Улаш. Они буквально совершили первые в истории человечества погружение на дно Марианской впадины. Ученые смогли спуститься на глубину 10 900 метров. Просто шок. И не надо думать, что какие-то неудачливые моряки, которые потерпели крушение, могли бы там оказаться раньше. Что-то мне подсказывает, что до туда даже трупы не доплывают. Скорее всего, по дороге их кто-то досъел бы. И несмотря на то, что в батискафе вообще невозможно было проводить нормальные опыты, да и наблюдения не очень-то возможны из-за отсутствия нормального окна, они ученые все равно смогли обнаружить несколько морских обитателей. Представьте себе, в том далеком году люди узнали, что при таком давлении возможна жизнь. Это же просто сенсация. Еще одно очень интересное исследование прошло в 2012 году. Тогда известный режиссер Джеймс Кэмерон в одиночку погрузился на самое дно Марианской впадины. Представьте, вы должны отправиться в бездну на глубину 11 километров, а вокруг вас не будет ни души, и спасти чуть что вас будет невозможно. В общем, реально очень смелый тип. То погружение позволило собрать уникальные образцы грунта и даже организмы, которые обитают в этом удивительном месте. Помимо прочего, исследователь смог сделать высококачественные видеозаписи и фотографии дна. В общем, все было просто супер. Дальнейшие исследования проводились при помощи беспилотных подводных аппаратов. Они обнаружили то, что буквально потрясло и очень сильно напугало человечество. Нет, они не нашли там мегалодона или какого-либо другого чудовища, на дне был найден пластик. А это значит, что человечество смогло повлиять самым ужасным способом на такое уникальное место. Но не стоит думать, что без чудовищ не обошлось. Хоть условия в Марианской впадине и экстремальны, но жизнь там не только существует, но и процветает в самых удивительных формах. К примеру, ученые нашли там удивительные глубоководные рыбы. Один из видов – псевдолярины. Они полностью прозрачны. Их органы, буквально, видно сквозь кожу. Выглядит очень странно. Но оно и так понятно, света там никакого нет. Так что и прятать ничего не нужно. Помимо этого были найдены улитковые рыбы. Нет, это не улитки какие-то. Они просто мягкие и похожие на гель. Благодаря этому они и выдерживают огромное давление. Кто еще там обитает? Ну, там нашли еще странных беспозвоночных –
гигантские амфиподы, бархатных улиток и кучу других бактерий и архей. Самое удивительное, что все они получают энергию не при помощи питания, а за счет гидротермальных источников. Вот они, самые настоящие шаолинские монахи. Правда, обитают не в горах. И последний интересный факт. Почти у всех организмов очень сильно замедлен метаболизм. Эта адаптация помогает выжить в условиях отсутствия большого количества пищи. А еще вы сможете найти настоящих подводных светлячков. В общем, очень интересные существа. А еще больше фотографий самых ужасающих существ я показал в своем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Ссылка в описании. А еще я не просто так озвучил вам то, что организмы в этом месте питаются при помощи гидротермальных отверстий. Это крайне удивительные источники, ведь они выбрасывают минерально насыщенные жидкости и полноценные дымовые столбы. Помимо этого, там есть так называемые белые курильщики. Они выбрасывают менее горячие жидкости, которые содержат кальций и кремень. Ну и куда же без подводных вулканов. Но лично меня поражает то, что на дне Марианской впадины существуют полноценные серные бассейны. А знаете, почему все это происходит? Все из-за тектонической активности. Ведь впадина образуется не просто так. Все из-за расхождения огромных плит. Из-за них и образовалась такая огромная расщелина. А вообще в США недаром защищают это место. Ведь если бы человечество нашло способ добывать полезные ископаемые в таких условиях, то Марианская впадина стала бы самым настоящим карьером. Геологические процессы приводят к тому, что из-под мантии возвращаются на поверхность различные материалы. А как вы можете знать из школьного курса географии, под землей находится огромное количество дорогих и редких материалов. Золото, алмазы. Да куча всего. Но не стоит думать, что в ближайшее время может что-то подобное произойти. Ведь любой батискаф рисует попасть в ужасающую аварию, в которой могут погибнуть люди. А знаете ли вы, что делать, если вы попали в ДТП на обычной дороге? У меня есть ответ. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Ну что, пора бы нам переходить к действительно пугающим моментам. Ученые уже долгие годы гадают, что за ужасающие звуки были записаны в 2014 году. Батискаф записал подозрительные волны с частотой от 38 до 8 тысяч герц. Ученые всего мира гадают до сих пор. Некоторые утверждают, что это может быть пение китов или геологические процессы. Но лично я сомневаюсь, что на такой глубине могут обитать киты. Скорее всего, это еще неизвестные нам виды животных. Пугает, не так ли? Но более странное то, что в Марианской впадине были зафиксированы отклонения в магнитном поле. Почему такое произошло? Ученые также не могут ответить на этот вопрос. Возможно, все это из-за наличия каких-то полезных ископаемых или других пород. В общем, загадок очень много, а ответов до сих пор нет. А вдруг на самом деле на дне находится самая настоящая база разумных существ? Вряд ли, но все возможно. Уже давно в прессе ходят слухи о загадочных существах, которые могут обитать на дне впадины. Или заявления о том, что были обнаружены страшные существа, такие как мегалодон или лохнесское чудовище. Чего только стоят фотографии батискафов со страшными повреждениями, больше похожими на то, будто что-то пыталось проглотить глубоководные аппараты. Лично я надеюсь, что все это окажется фейком. А иначе, как мне теперь купаться в море? Пишите в комментарии, что вы думаете на этот счет. Но давайте поговорим на эту тему немного подольше. Дело в том, что условия в Марианской впадине похожи на те, которые могут существовать на других планетах и спутниках. Ужасающее давление, огромное количество минеральных веществ, серные озера, как будто это полноценный спутник Юпитера. Ах да, как раз о нем. Европами так называется это небесное тело. На ней есть подледные океаны, где вполне легко могут существовать точно такие же гидротермальные источники.
Схожими условиями обладает и Энцелад, спутник Сатурна. Так что есть огромная вероятность того, что жизнь существует не только на нашей планете в Солнечной системе. Ведь микроорганизмы — это тоже жизнь. А может быть, в Марианскую впадину когда-то упал метеорит с другой планеты, и он принес с собой инопланетян. Кто его знает? Во всяком случае, изучение всех этих организмов позволит узнать человечеству о том, как организмы могут существовать в сложных условиях. Глубоководные экосистемы стали отличными моделями для понимания существования потенциальных внеземных существ. Так что изучение океана вполне легко поможет людям подготовиться к космическим миссиям. Кажется, будто ученые уже полностью поняли, как устроена Марианская впадина, кто там живет, как все устроено. Но на самом деле это далеко не так. Прямо сейчас это место изучено, дай бог, на 1%. Так что дальнейшие экспедиции обязательно будут. К примеру, ученые самых разных стран собираются объединить свои усилия для более эффективного изучения впадины. Благодаря этому будет существенно повышена эффективность исследований. Для этой цели ученые уже давно разрабатывают новые, более современные глубоководные аппараты. Они должны быть полностью автономными, ведь опускаться на дно впадины человеку крайне опасно. К сожалению, печальный опыт с крушением батискафов и гибелью людей уже присутствует. Взять, к примеру, крайне известный случай с Титаником. Нет, речь не про корабль, а про глубоководный аппарат, который разрушился на куда меньшей глубине. И еще один немаловажный фактор — длительность подобных исследовательских миссий. Современные батискафы работают не очень долго, из-за чего их эффективность оказывается сомнительной. Помимо автономности, в новые аппараты планируют встраивать передовые сенсоры и инструменты. Они нужны для того, чтобы более детально изучать физико-химические параметры и биологических процессы внутри этой удивительной экосистемы. А еще государства вкладывают огромные средства для создания полноценных программ обучения молодежи. В современных и развитых странах на это делается огромный акцент. В общем, все делается для того, чтобы идею изучения нашей планеты даже в таких ужасающих условиях никто и никогда не забрасывал. Кто знает, быть может, подрастающее поколение сможет создать новые и инновационные аппараты или методы исследования. А может быть, именно они смогут сделать сенсационные открытия, найдут новую жизнь или даже разумных существ. Лично я совершенно не исключаю тот факт, что подобное может произойти. Ведь есть очень много странных вещей, которые до сих пор никто не может объяснить. А как вы думаете, возможно ли такое, что на дне Марианской впадины может быть полноценная база инопланетян? Лично я не удивлюсь, если это будет правда. Пишите в комментарии, хотите ли вы ролик на эту тему. Кстати, я совсем забыл рассказать вам о том, кому все-таки принадлежит это удивительное место. Ведь этот вопрос, как по мне, довольно щепетильный. Да и вы уже могли догадаться, что за страна охраняет эту территорию. В 2009 году президент США Джордж Буш объявил Марианскую впадину национальным морским памятником США. Этот статус был присвоен в рамках усилий по сохранению и защите уникальных морских экосистем и биоразнообразия. И именно за счет этого самая глубокая точка на планете стала, по сути, принадлежать Америке. Но почему США вообще имеет право хоть как-то управлять этим местом? Во-первых, географическое расположение. Марианская впадина находится вблизи Гуама и северных Марианских островов, которые являются неинкорпорированными организованными территориями США. Это означает, что они управляются США, но не имеют статуса штата. Фух, сложно было выговорить это слово. Помимо этого, Марианская впадина является исключительной экономической зоной. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, страны имеют права на морские ресурсы в пределах 200 морских миль от своего побережья. Марианская впадина попадает как раз в эту зону США. Но для чего было называть эту зону полноценным национальным памятником? А все ради благого дела. В Марианской впадине запрещена какая-либо добыча полезных ископаемых, рыболовство и другие виды деятельности, которые могут нанести ущерб окружающей среде. Помимо этого, под контролем правительства Америки проводятся экспедиции и исследования, направленные на изучение впадины и ее обитателей. И на базе всего этого были также созданы специальные образовательные программы, про которые я уже говорил. Они направлены на повышение осведомленности общественности о значимости данной зоны
и ее роли в глобальной экосистеме. Но есть одна теория, которую я, пожалуй, озвучу в этом ролике. Вы 100% слышали о том, что правительство США уже давно контактирует с разумными инопланетными цивилизациями. И, быть может, именно по этой причине они и охраняют это место. Возможно, это лишь мои догадки, а может быть, полноценное совпадение. Кто его знает? Поживем, увидим. Сегодня я рассказал вам про самое удивительное место на нашей планете – Марианская впадина. Пишите в комментарии, что больше всего вас удивило в этом ролике. Лично я хотел бы еще раз отметить тот факт, что впадина совершенно не изучена на данный момент. Остается только ждать и наблюдать, какие удивительные открытия ожидают нас впереди. Спасибо вам за просмотр.